Всем привет! Сегодня понедельник, сегодня состоятся три оставшихся матча этого тура РПЛ. Вот, и даю прогноз на матч Рубина и Зенита. Матч состоится в Казани, на арене Рубина. Что можно сказать о Рубине? Рубин последний матч выиграл со счетом 4-0. Кварцхелия вышел, уже в принципе все нормально. Но они играли против Урала. Урал совершенно мертвый, особенно в обороне. И, так честно сказать, больших плюсов по Рубину сказать не могу. Ну, играют. Да, средненькая команда. Что можно сказать по Зениту? Зенит провел Лигу чемпионов. Последний матч, который они провели, это был матч против Челси. И они показали свою лучшую игру в этом сезоне. Это была лучшая игра Зенита в этом сезоне. Да, Зенит проиграл 1-0, но там, скорее, счет не по игре. Счет должен быть ничейный. Вот, потому что, ну, в принципе, если Дзюба забил бы, то счет 1-1 так и закончил. Да и по игре там был ничейный результат, и это на выезде с Челси, да. Хорошо у Зенита сыграла оборона, плохо сыграли оба их бразильца, там, два бразильца плохо сыграли, это Малком и Клаудиньо, да. Баррис очень хорошо сыграл. Вот такая история, в принципе, с игрой у Зенита очень-очень все хорошо. И думаю, в этом матче между Рубином и Зенитом, я думаю, Зенит должен обыгрывать там в одни ворота. То есть он по уровню, Зенит сейчас сильнее Рубина. Вот, особенно в атаке. Вот такие дела. Я думаю, Зенит выиграет. Не важно, что они играют в Казани. Это ерунда. Все, Зенит сейчас в хорошей форме, они должны обыгрывать Рубин. Вот. Какую здесь ставку сделать? Ну, на победу Зенита можно, кстати, поставить коэффициент 1.69. Если кто хотите, можете. Я в победе Зенита вообще не сомневаюсь. Вообще не на грамм. То есть с такой игрой, в принципе, они должны обыгрывать Рубин в легкую. Ну, не в легкую, но в два мяча должны там, в принципе, обыгрывать. Можно фор минус 1 поставить. Вот. Но я возьму другую ставку. Это тотал матча больше 2.5 за коэффициент 1.75. Вот такая у меня ставка. Почему такая? Потому что Зенит команда очень атакующая и пропускающая. Один гол они от Рубина пропустят, ну и забьют сами. Сами забьют там 2 или 3 мяча. Вот такие расклады. Я думаю, давно у Зенита в РПЛ не было счета тотал больше 2.5. То есть последние 3 матча, по-моему, Зенит играл на меньше. С ЦСКА, по-моему, с Уфой, да. Вот, это все были меньшевики, как говорится. Но сейчас, я думаю, будет много голов. Рубин тоже в обороне не играет совершенно. Я думаю, они также пропустят. Возможно, не один. Вот. Поэтому моя ставка, мой прогноз на этот матч. Тотал матча больше 2.5 за коэффициент 1.75. Ждем матча и надеемся, что Зенит выиграет. И выиграет крупно. Всем пока.